сколько съел за праздничным столом. Сейчас мы узнаем все. Это у меня с детства. Это у меня с утра. Только было указание сверху. Да, не ближе, чем мне хотелось. Так, дальше. Логично. Таня, имеешь ли ты привычку знакомиться после экзамена? Конечно. Это к Лене заглазили. Да. Вы это выше моих сил. А Петя, признайся, что после экзамена ты не отдаёшь. Я ничего не ем. На расстоянии. На расстоянии. Так еще перед выпускным. Да, перед сегодняшним выпускным. К сожалению, мое положение нет, не позволяет. Какое у тебя положение? Лена, скажи искренне, случалось ли тебе во время учебы в университете встречаться с двумя мужчинами одновременно? Опа. Опа, какие это мне сегодня? Тебе все про мужчину что-то личное. Да. Гарации моей жизни. Лена, нравится ли тебе ночь перед экзаменом предаваться любовным утехам? Утехам? Утехом, утехом. Утехом, вспоминанием. Вот что я такая. Бывает хоть и стыдно в этом признаться. Так. Ася, согласна ли ты, что от любимого и маска крокодила лучше подарок сейчас выпускного? Волка! Прежде чем ответить, я должна посоветоваться с мамой. Боишься ли ты, что любимый подарит тебе в честь выпускного оленя рога, пока мы тут сидим одни? Да что вы, я и думать об этом не смею. Способны ли вы были ради успешной защиты диплома пойти на безумство? Не буду говорить, а то подумайте, что я дурно воспитана. Давайте еще подальше. Далеко вот этот пригласи. Флиртовали вы с преподавателем? Флиртовали ли?